Владимир Владимирович. Добрый вечер. Здравствуйте. Лазарев Анатолий, Первый канал. Скажите, пожалуйста, какая у вас сегодня главная эмоция? Как настроение? Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Ну, просто немыслимо. Уверенности, что двусторонние отношения будут наполнены новым содержанием. Каким будет это новое содержание? Все, блин.